учащихся первого Б-класса. Какие вы, ребята, молодцы! Хотел бы прежде всего поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, правительство Российской Федерации за возможность участия в национальном проекте. Сегодня наши первые школы по всему нашему проекту, по всему комплексу работ стала школа на 580 мест. Считаю, что строители молодцы, постарались, сделали очень хорошее здание, внутренние функциональные все помещения. Также сделана территория, спортивное ядро. Здесь есть дошкольная группа, для которой тоже все необходимое оборудовано. И по национальному проекту нам предстоит еще сделать несколько школ, в том числе в городе Твери. Поэтому мы двигаемся по этому направлению. И могу сказать, что и родители, и дети, я думаю, что с достоинством оценят то, что сегодня делается по всей Тверской области и по городу Твери. Поэтому у нас достаточно амбициозные планы по созданию новых учреждений образования, школ, дошкольных учреждений. И я уверен, что мы будем поступательно двигаться в ближайшие годы именно в этом направлении.